Самые яркие и активные представители региональных организаций общества «Динамо» приехали в смену не в первый раз. За укрепление спортивного содружества Центральное общество «Динамо» наградило орденом директора ВДЦ смены Евгения Нижника. Почетный гость торжественного открытия – генерал-майор полиции, директор фонда поддержки детских программ «Динамо» Владимир Тимошин отметил, подобные слеты играют важную роль в жизни подрастающего поколения. Когда дети по складу несколько разные из разных регионов страны приезжают, общаются, видят интеллект, видят своеобразие и поддерживают друг друга. Они влюбляются, они верят в необыкновенную интернациональную дружбу, дружбу наших народов. Юных динамовцев ждут насыщенные 2 недели. Мальчишки и девчонки в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в первенстве по футболу, оказанию первой медицинской помощи, различных образовательных интерактивах и спортивных и развлекательных мероприятиях. Новых друзей найти, впечатлений много хороших получить. Получить много опыта разного, то есть познакомиться с другими людьми и узнать много интересного и нового. Нас вызвал к себе полковник, сказал так-то, так-то. Вам оказана честь приехать сюда, потренироваться, не подведите. Мы хотим найти здесь новых друзей, еще привести свою физическую подготовку в более лучшее состояние, провести хорошо время. Какие-то новые эмоции поблизости получить. Подарком для участников Всероссийского детско-юношеского форума «Юность Динамо. Будущее России» стал праздничный салют.